Всем привет! Вы на канале «Вкусные истории» и я Наталья Михайлова. Сегодня я буду печь печенье, которое называется «День-ночь». Печенье... Печенье будет двойное. Для этого печенья мне понадобится два теста. Одно будет белое, другое шоколадное. Для белого теста мне понадобится сливочное масло, разрыхлитель, у меня сода для выпечки, соль, сахар, яйцо и мука. Итак, для начала я смешиваю яйцо, сахар, соль. Соду я пол чайной ложечки высыпаю сразу в муку. Теперь я взбиваю яйцо с сахаром. Когда яйцо побелело, я понемножку начинаю добавлять сливочное масло комнатной температуры. И продолжать взбивать. Все, миксер мне больше не нужен. Получилась вот такая пышная масса, как крем. И теперь я постепенно буду вводить муку. И замешивать тесто. Остатки муки высыпаю на стол. И теперь буду вымешивать тесто на столе. Тесто получается очень нежное, воздушное. И его не нужно сильно вымешивать, вминать прям. И вот так вот надо аккуратно, как будто бы складываем. Вот так вот. Все, тесто готово. Теперь я беру пищевую пленку, так вот тесто разминаю, чтобы оно было квадратиком, чтобы удобно было раскатывать его. Заворачиваю в пленку и убираю в холодильник. Пока это тесто будет лежать в холодильнике, мы сделаем шоколадное тесто. Пока мое белое тесто лежит в холодильнике, я его прям убрала в морозилку, я буду замешивать коричневое тесто, шоколадное. Для коричневого теста мне понадобится мука, яйцо, сахар, ванильный сахар я немножко вот сверху насыпала, какао, сода, щепотка соли и сливочное масло. Итак, для начала я соединяю какао и соду. Все это высыпаю в муку и перемешиваю. Теперь я выкладываю яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. И теперь это все я буду взбивать миксером, пока не побелеет яйцо. Теперь также постепенно небольшими порциями буду добавлять сливочное масло и продолжать взбивать. Яйцо с маслом я взбила. И теперь также буду добавлять муку, только теперь она у меня будет уже с добавлением какао. Коричневое тесто я убрала в морозилку, белое достала. Посмотрите, оно немножечко схватилось. Оно же состоит у нас из масла в основном. Немножко разомну. Духовку я уже включила разогреваться на 180 градусов. Противень подготовила. Я буду выпекать на таком силиконовом коврике. Теперь тесто я раскатываю. Тесто у меня толщиной примерно 3-4 миллиметра.
Делать я буду вот такой вот формочкой. Теперь лишнее тесто я убираю. А печеньки складываю на противень. Это тесто я собираю опять в комочек. И опять раскатываю. Все, печенье вырезала, теперь я их отправляю в духовку. Выпекать я буду до красивого золотистого цвета. Примерно это займет минут 10-15, может 12, смотрите по своей духовке. Печенье готово, выпекала его 15 минут, уровень выше среднего. Сильно запекать их не нужно. Печенье перекладываю, чтобы остывали. И буду заниматься коричневым тестом. Теперь я их убираю в сторонку, пусть остывают. Теперь я беру коричневое тесто и с коричневым тестом проделываю то же самое. Также вырезаю такие же печеньки этой же формочкой. Ждем, когда коричневое печенье остынет, и будем их соединять вместе. Пока остывает печенье, я возьму шоколад. Кубиками его поломаю в пакетик целлофановый в мешочек. Мешочек завязываю и отпускаю в кипяток, прям в горячую воду, сильно кипяченую. С коричневым шоколадом я делаю то же самое. И жду, пока шоколад мой растает. Шоколад у меня полностью растаял. Посмотрите, вот так вот он, видите, мягенький полностью. Я его вытаскиваю из воды, видите, полностью растаял. Пока таял шоколад, я печенье уже подобрала по размеру, чтобы они были все одинаковые. Вот так вот. Теперь я их вот приготовила малиновое варенье, у меня есть густое. И теперь вот так я их буду смазывать вареньем малиновым. И соединять. Но варенье должно быть обязательно густым. Теперь беру печенье, кладу коричневой стороной наверх. И вот так вот на каждом печенье буду рисовать узор. Когда белый шоколад застынет немножко, я их переворачиваю и белую сторону поливаю темным шоколадом. Ну что, печенье мое готово. Вот такое оно получилось красивое, нарядное, очень вкусное, хрустящее. Это печенье получается по виду как будто бы песочное печенье, но оно очень нежное, вкусное. Сейчас я покажу, какое оно получилось внутри. Вот так вот печенье выглядит внутри. Вот такое оно рассыпчатое, вкусное, как будто бы песочное. Очень вкусное. Я всем рекомендую приготовить такое вкусное печенье. Начинку можете выбирать любую. Можно сгущенное молоко, можно просто шоколад. Лишь бы склеивалось. Я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.